Перед началом видеоролика я хотел бы рассказать вам о канале XCOM BPAN. На этом канале у нас проходят стримы по моделькам, как он их делает. Видосик очень интересный, сам за ним слежу, подписан на него и вам советую. Всем привет, это у нас снова видео по антигелику. В этом видео мы будем делать подвеску на УАЗ, независимую подвеску и передний мост. Поворотный постараюсь сделать. Если не жим получится, оставлю так же. Так, начнем как раз с тем, что будем стачивать вот все неровности, которые здесь присутствуют. Все срежем, закроем пластиком, зашпаклеем. Приступим к следующему этапу. Так, вот проделанной работе. Сделал раму. Заняло достаточно большой промежуток времени, около 3 часов. В принципе, ничего не сделал, но ушло много времени. Теперь буду делать, получается, передние рессоры и мост передний. И попутно на заднем займусь. Итак, сделал мосты. Задний. Еще осталось добавить некоторые элементы, чтобы была независимая подвеска. И вот поворот механизм. Я уже почти его доделал, но что-то пошло не так, как обычно. И, короче, поворот механизм не будет, но вот будет такой вот. Типа мост передний. Так, все, ставлю, колеса будут крутиться. Все как-то так. Но пока что такой вот, покрашенная, такие вот мосты, ой, не мосты, это рама такая вот стоит сейчас. Сейчас сделаю колесные пары, приклею, поставлю карданы и покажу законченный вариант. Получилось такая вот рабочая подвеска. Передний поворотный механизм не остался такой, он не будет поворачивать, но для вида нормально. Сейчас просто подкрашу из баллончика в черный цвет и покажу на модели. Так, вот что у нас получилось в итоге. Поворотного механизма у нас нету. Чуть проседает подвесочка. Сзади сделал с помощью пружин. Вот так вот она выглядит. Так. Все, в принципе, на этом подвеску мы заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте комментарии.
Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Все ссылочки будут в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока.